финальном этапе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи принимают участие 9 команд. 90 юношей из 9 казачьих войск преодолеют 10 конкурсных испытаний, в которых важно проявить хорошую физическую подготовку и умение работать в команде. Мы к этому мероприятию очень сильно готовились, очень долго, тщательно, месяца 3, наверное. Еще с конца лета начали готовиться. Очень безумно рады, что приехали сюда, что будем здесь выступать. Я думаю, что, во-первых, это для дальнейшего моего куда-то поступления, для похода в армию. Это очень прям сильно поможет. И с будущей профессией. Я весь отдаю себя родине. Впереди у участников игры «Казачий сполох» 11 конкурсных испытаний. Им предстоит проявить эрудицию, творческие способности и физическую подготовку. В этом году за кубок победителя будут сражаться 8 команд. Еще 80 молодых казаков приехали набраться опыта и смогут выступить вне зачета. Сполох, конечно, рассчитываем только на победу. Каждый вид прорабатывали, и он полностью готов выступать. Участников казачьего сполоха и спартакиады ждут не только соревнования. Среди мероприятий образовательной программы – выставка казачьих курений, фестиваль казачьих киностудий «Траектория Победы», знакомство с традициями и казачьим бытом во время поездки в Тамань, участие в параде в честь юбилея Кубанского казачьего войска – настоящий казачий бал. Я рад, что сегодня приехали все 11 войск издалека. Я представляю, как Сахалин, Дальний Восток. Тяжело ребятам добираться. Мы сегодня собрались в Анапе, в смене. Прекрасное мероприятие, прекрасная погода, прекрасные стоят задачи. Я надеюсь, что соревнования пройдут удачно, соревнования пройдут достойно, победит сильнейший.